Это Игоря машина, на которой он приехал, привез в Вербицко для оказания медицинской помощи вот в эту офтальмологическую клинику Александровской больницы. Об исчезновении Игоря я узнал, в общем-то, из телевидения и по радио, когда ехал на работу. Потом я связался с его женой. Она мне сообщила, что связь с ним прекратилась в 16:30. По ее рассказу, они поехали в Октябрьскую больницу. Он повез пострадавшего Юрия Вербицкого для оказания медицинской помощи. И вот после этого прервалась связь. Потом уже от медицинского персонала она говорит, мы узнали, что Юрий Вербицкий зашел для оказания помощи, Игорь его ожидал в коридоре. Всем, кто с Майдана? Ну, да. Скорее, что тут? Вот пункт один, але, если они поступали сюда, то частину из них сразу переводили в стационар. Потом вошли какие-то люди, они взяли и Вербицкого, и Игоря, и увезли, не представившись в неизвестном направлении. Потом персонал, уже оправившись от шока, как от первого, они вызвали милицию. Милиция приехала, но я, по-моему, никаких действий и результатов этого, то, что они приезжали, я не знаю. То есть пока что обращались в Печерский, Шевченский РОВД, там данных о том, что Игорь и Вербицкий, Игорь Луценко задержаны, таких данных у них нет. Мысли всякие, может быть. Есть мысли о том, что это могли быть какие-то наемные, скажем так, сотрудники. Может быть, это представители власти, но опять-таки это только догадки. Пока что мы только думаем о том и стараемся найти все-таки, где же он находится вдвоем. Он же тут занимается этими, как правозащитник старинного города Киева, его знают давно, и защитника. И, в общем-то, сейчас, когда возникла эта ситуация с Евромайданом, он там постоянно, он там участвует, в центре событий, и каждый день он там практически днюет и ночует. И, естественно, это могло не понравиться никому, и власти в том числе. Їх як, зразу з кабінету забрали? Забрали з кабінету, так. Да, і залишилась куртка, я ж кажу, цього постраждалого. Тоді вже лікарі викликали міліцію. Вони приїхали, подивилися, знайшли паспорт, там його прізвище. Тоді знали, хто це є, і все. Єдине, що кажуть доктора, що цьому постраждалому треба термінова операція, а то він через декілька днів може втратити око. Тому я не знаю, як це. Так можно было вчинить с постраждалым.